Разнообразие инженерных изобретений прошлого и настоящего. В Перми покажут старинную железнодорожную, автомобильную и мототехнику, а также творение рук современных мастеров, транспортные средства из книги рекордов России. Все это пермяки увидят на индустриальном фестивале. Его почетным гостем станет команда «КамАЗ-мастер». Знаменитые гонщики собирались прибыть в наш город в прошлом году, но из-за пандемии перенесли свой визит. Теперь их ждут в Перми летом этого года. Вообще, организатор индустриального фестиваля – Пермский музей «Ретро-гараж». Его специалисты рассказали, в рамках форума готовятся и познавательные выставки. Например, «Потерянная история» об утраченных уникальных экспонатах пермского индустриального наследия, которые сейчас демонстрируют в разных музеях страны. Это о тех экспонатах, которых Пермский край в последние 10 лет лишился, из которых можно было бы очень представительный технический музей сформировать. Паровозы со станции Шумкова. Если поехать дальше в Питер, скажем, музей инженерных войск и артиллерии, пушки конца 19 века, которые в русско-японской войне принимали участие, которые установлены в том числе и на «Авроре», пермская история представлена очень широко. Средства на проведение фестиваля музей «Ретро-гараж» выделил фонд президентских грантов. В рамках индустриального форума будет представлен и проект технического музея, о необходимости создания которого много говорят коллекционеры ретро-техники, а также историки и краеведы. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.